Ран номер 56. Иден на зверя. Wait, what ли это? Это wait, what. Забавно. И вправду wait, what. Ух, ТВ. Ух, ТВ, D2X4. Один красный, два синий. Мешок, голова, по-моему, тоже еще не было на старте. По-моему, не было. Мешок, голова. 4-2-4. А выйдет вот. 4-8-4. Угу. 0.93 скорость, 3.37 дэмэдж. 2.93 рейд. Погоди что? Погоди что, да. Тот самый погоди что. Привет, Шоколад, привет, Настя, привет, Старуис. Так. Оно вроде вниз и вверх, да, бахает всегда, по-моему. Вроде гарантированно. Вроде только слева-справа там надо стоять. Конкретном углу. О, это удобно. Это удобно. Это мы... Кстати, у меня мешок и усы. Хуяси. Вот это прикол. Мешок-то с усами. Блять, казино забыл, это правда. Я только домой приехал. Стоп буллинг. Не бульте. Найс пинг, Вискариол. Спасибо за пинг. Это искатель. Казино сброшено. Все. Казино, да, вроде заработало. Не знаю почему. Возможно, Девол что-то сделал. Возможно, само починилось. Но, как факт, оно вроде заработало. Надеюсь, больше не будет ломаться. Да, возможно, хост из комы вышел. Отдохнул, так сказать. А, блядь, вот ты не зарядился. Троллем. Так, меченых не видно, да? Это супер меченый? Нет, это опять троллинг, это просто крестик. Это просто крестик, но это, блядь, даже не меченый. Как же это бесит. Вроде крест увидел, а это, блядь, не меченый. Эти супер меченые невозможно просто увидеть. В первой главе. И такие незаметные. Ред кефира. Ред квиллплей. Не шуб. В принципе, меня и вот не устраивает. Это что, та самая редкая модификация бима? Какого бима? Или ты про бина? Если ты про вот туда, это вот. Но он не прям редкий, я бы не сказал, что он прям редкий. Не настолько уж. Тут дроп с этого автомата может дать белый хп. Если повезет. А тут еще и такая хуйня есть. Тут еще и плацебо есть под таблетку сразу. Интересное кино.
Ну, наверное, я на это поведусь. Потрясающе. Ладно. Тогда never mind. Жаль, надо, чтобы было 2 хп, ну ладно. Ладно, хотя бы так. Так, ну, предположим. Ищу ли я кроллспейс, наверное, не особо. Это долго и мучительно. Так, там я вроде проверял уже, да, вниз, возможно, не проверял. Вот здесь вниз. И здесь проще сбоку, наверное, поискать. Кстати, бомба есть. Совсем удобно. Возможно, слева от Item Room. Ай, блядь, господи, костры, чуть не уперся. Что-то еще не было. Как ломать ран на беса с кнопкой? Надо оставлять кнопку либо на боссе, либо в Item Room. И там кнопка будет всегда на подъеме. Она будет там всегда, на этом этаже. То есть идешь на подъем, и на подъеме всегда будет кнопка. Каждый раз жмешь кнопку на этом этаже. Бесконечно. Чё-то этаж какой-то крайне странный, честно говоря. Я вообще не понимаю, где оно. Ну, типа сверху, снизу, оно вроде прохает всегда. Если там есть. Стартовая сверху, снизу жмется впритык. Стоп-троллинг. Только сбоку она не срабатывает. Только слева-справа нужно стоять на расстоянии. Вниз вверх оно впритык всегда открывает. Если они эту хуйню, конечно, не переработали. Но, по-моему, они ничего не меняли. Тут ее не могло быть. Тут ее не могло быть. Я чего-то сильно, по-моему, не понимаю в этой жизни. Слева бомба бахнула. Тут бомба была. С Кёрса, но я не пойду в Кёрс. Да, нет, тут ее нет. Тут ее не может быть, правильно, тут были камни. Тут камни. Вверх я вроде пробовал вверх. Ой, пробовал вверх. Я уже тупо все пробовал. А, окей, этот не пробовал, возможно. Тут, возможно, не сработало. Блять. Страшно. Во, песня нормально пошла. Как раз ее на днях ждали. Pretty Fly. Блять, а я же мог остановить. Ну хотя ладно, похуй, что толку, Pretty Fly с плацебо. В принципе, насрать. Все, уходим. Бомбсаки. Вообще-то, наверное, да. Пока бомбы, думаю, нужнее, чем ключи. Пока купить. А, я босса даже не бил еще. Ладно. Так, ну и Самсона, наверное, сразу повязаю на этаж. Быстрее пройдем. Да, ёпта. Румы-то пустые. Румы-то пустые. Ну и ладно. Намного особо денег нету. Вернее, вообще нету. И автомат я уже взорвал.
Слушай, я там ничего не куплю, скорее всего. Классика. Тирсдаунов. Не стареющая классика. Что? Черный мешок. Офигеть. Это прикол. Это, по-моему, редкое явление. Словить черный мешок с хеда. Приятно. Что, деньги появились? Пошли в магаз. Вот деньги и нашлись. Бенгеры. Это Dream Crusher. Это классика. Это знать надо. Нашел телепорт. Так, и вроде удалили Little Baggy из пула. Тоже хорошо. Так, это Мрова. В нее сходить все же стоит. Не, ну в принципе, наверное, может быть и да. Мне кажется, уже Wait вот свою отработал в этом ране. Там тупо нужно первые пару этажей, дальше уже насрать. Дальше обычно уже плевать, это хоть боссов хорошо уничтожает. Улучшенная версия Wait What? Ну, как сказать, улучшенная. У них маленько все же разное применение. О, спасибо, муха. Загляделся в чат. Вторую еще успею найти. Я хочу ларинг зарядить на босса. Я вообще уже, можно сказать, даже и не буду. Пять вольт говно, да. На ларингс не особо интересно. Мало зарядил. А, этого хватает на дюка, окей. Ну, у дюка мало хп, в принципе, логично. Шэдоу, на шэдоу потом на буду прокать все равно, наверное. Попозже. Хотя... Сакрума есть, может, не повезет, что там будут эти синие хп. Теперь еще Бонхарт есть. Можно попробовать. Забыл ключ. Кстати, будут меньше тирейд, скорее всего, даже чем сейчас. У меня был тирейд хороший стартовый. Это печально. Это на самом деле печально. Я потеряю тирейд на Shadow. Рока Цукума. Перк слоу. Теперь выходить невыгодно. Теперь выходить невыгодно. Ах ты ж. Ну ладно, все равно хватит вроде. Лазаря можно взять после шэдоу. Или наоборот, до шэдоу лучше брать. Окей. Дальше будет Shadow. Ну ладно. The Hierophant. Ладно. Тогда ладно. Так, все, дальше тыкаться не надо. Дальше можно уже не тыкаться. 4 хп. По-моему, там с них не было, да, хп в магазине, по-моему, там вообще ничего не было интересного. Battery Boy. Battery Boy пойдет с нами. Секретку, думаю, уже так найду, мне лень. Будет вот уже подбирать, его перезаряжать постоянно. Вот там 3 бомбы потрачу максимум. Она по-любому здесь где-то. Это здесь явно.
Не явно. Стоп, что? А! Она возле магаза снизу, я ебал. Там было более вероятно, всего одно место было, тем более. Да, она здесь. Привет, Мара. О, давай. Давай хипесов. Либо маленько хп. Было бы хорошо. Или смешную карту, или тринкет. Ну, до 15 копеек, потом я ухожу. Автомат тотально говно. Ну, кстати... Ладно. Здорово, Кинай. Кэшбэк. Что-то оно вернули. Хоть что там. Так, не, шли в альтерал. Телепорт уже есть. Наорём? Ладно, наорём. Наорали. Блин, даже камни особо не поломались. Печально. Спектрал. Спектрал берем. Это хорошо. Сундук зубастый, можно ластом открыть. Проверим. Теперь двойные глаза. Сдвоенные. Ты за пупулы, видимо. Пупула дуплекс. Тут секретка первая. Нет! Файн. Факин файн. Четыре заряда. Вообще, может, этого хватит. У нас еще херофант. Надо было оставить, наверное, на сделку, ну ладно. Может быть, стоило оставить. Хватило на червяка даже, ничего себе. Даже хватило на червяка. Доберется. Блять, я там, а так доберется, наверное, но... Ну, вроде дорого. Поэмпресс. Блять, я потеряю телепорт. Не потеряю, найс. Блять, метаморфоз. Не, я там брать не буду. Слишком дорого. Мне кажется, тут уже особо не нужна. Самый страшный монстр Вайцки. Не знаю, все, все страшные. Всех, всех боюсь. И он уже бэкстейбер ест, мне его хватит, я думаю. В ближайшую перспективу. Бабах. На деньги надеялся. А монашка стакается с ларинксом? Типа я буду получать два заряда за один? Думаю, нет, и вроде пофиг. Просто интересная мысль. Мысль интересная. Блин, тут тараклот есть. Тараклот на импресс было бы здорово забрать. Если так подумать, было бы реально здорово. Ну, у меня есть старс-карта, я, возможно, почищу этаж маленько. Может, даже на босса сходим. Думаю, сходим. Главное, мух пройти руму мерзкую. Остальное плевать, по-моему. Так, где были костры? Костры, а вот он. Шли, заберем сундуки. Опа. Вот это же корона на 3 месяца подписки. Та самая корона. Вот и она.
Нам она, по-моему, не нужна. Мы идем на зверя. Там она не работает. Тут только в шевел. Страшно. Потеряли ласта. Так. В принципе, это все. Можно еще секретку поискать, но бомб мало. Дачу возьмем. Да нет, поставлю с этим. С червяком. Итак, может что-нибудь подсунуть. Мне нравится хоминг. Пусто. Мухи. Мухи. А! Как-то здорово сдохло быстро. Окей. Там еще мега хуёво тирает. По сути. На, орали. Пелсап. Ой, батарейка? Это, видимо, с батари боя. Батари боя. Дал нам батарейку. Хватит прыгать. Что он долго прыгает. Долго прыгает. Может быть, румдроп. Тут есть румдроп. Блин, так ходить страшно рядом с ним. Все выше, нечаянно ему хп отдам. Сдохну. Нечаянно. Это было бы очень плохо. Эти бомжи очень опасные. Куда бы лост. Даже зеркальный лост. Так, еще бомба, хорошо. Там же был ресток, да, ведь? Да. Ну-ка, бля. Сука. Ну, кстати, это можно по... Ну, хотя, блядь, синий хп особо-то не пофармишь на синий хп. Блядь, теперь еще и опсы есть. Вы чё, угораете? Вы чё, сука, угораете? Я бы хотел взять опсы, даже, наверное, больше, чем этот Тароклот. Но, салют 2 хп, думаю, найду больше. Ладно, давайте сольем. И заберем обратно червяка. Ну да, ровно. Ладно. Нож я собирать нож не буду. Мне похуй на нож. Это слишком нудная параша. Собирать нож на зверя еще. Ну, надеюсь, на тебе рейд. Жаль, что я, правда, уже босса убил. Кто же знал? Тоже знал. Можно было босса не убивать. Может, были бы нормальные опции. Поспешили. Так, я лост. Я лост, я импресс-карту оставил. Ну, я не могу оставить здесь. Теперь, если бы я мог оставить тринку, это было бы забавно, но я не могу ее оставить, она будет ключом. Ну, а типа удача, она просрется через пару комнат. В чем смысл? Вроде нет смысла. Да не помню, нет смысла. Червяка оставлю, червяк все же имбовый. Перса бесплатная. Так, это... Условно бесплатно. Смешная бомба. А, я все еще лост. Ах ты тварь! А тут давали зубы. А тут зубы давали. Ай, я еблан, надо было подобрать деньги, ну ладно. Тут зубы давали на удачу.
Ну ладно. Увы. Ну, снова я их потерял, наверное. Снова я их потерял. Наверное, пофиг. Ничего бы особо не изменилось. Так, требуйте рейд. Срочно. Хоть какой-нибудь. Потерпи, очень мало. Это будет минус тиры. В пизду, я даже не буду пробовать. Ну нахуй. Ну нахер. Это прям точно был бы минус тиры и минус удача. Я прям уверен. Здравствуй, Шмерина. Уже красивый хоминг. Как же оно самонаводится. О, еще телепорт. Шикарно. Телепорт все еще на руках есть. Наорать. Стонкс. Три за одну. Это, по-моему, Pretty Fly, да? Угу. Таблетки есть не было, это еще... Хотя я уже видел, да, тирсдаун. Это еще может быть эксперимент, а вот тоже может быть... Тирсдаун в теории. А, это тирсдаун и есть. Never mind. Я думаю, что вроде такое уже видел. Вроде знакомо выглядело. Окей, оранжевую не едим. Хорошо. Ну и не будем. Ой. Что-то свой DPS переоцениваю. Тебя я фармить не буду и взрывать смысла уже нет, потому что все равно уже ничего не прокнет. Вторая секретка. Слушай, а первая где? Я же первую тоже не видел. Ни первую, ни вторую. Смотри, вторая может быть где-то здесь будет слева. Она тоже где-то будет в этой... В этом аппендиксе. Здесь первая. Тык-тык. Потрясающе. Потрясающе. Ну и вторая будет где-то тут слева. Либо здесь, либо... Хотя, может быть, и в той руме тоже снизу, может быть. Ладно. Идем все же здесь, тем более всего один вариант. Это обычно более вероятно. Если всего один вариант возможный. Пока. Какое было первое впечатление Тайзека? Я уже не помню. Ну, вроде было все нормально. Невидимка. О, ты видишь, что я его вижу по этим, по индикации этой. Сердечная индикация. Привет, камон. Прикольно. Прикольно. Queen of Hearts, я уже увидел поломанную секретку, я уже с нее ушел. Жаль. Ну-ка. Mm-hmm.
Да я бы перфекшн все равно бы слил. В любом случае, я говорю, что пофиг. Без мантии перфекшн это... Пустая трата энергии, по-моему. Метаморфоз проснулся. Доброе утро всем. Опять плейлист нашелся. Спасибо большое за 500 рублей, метаморфоз. За сердечко. Буберти. Бля, опять он не работает. Сука. Сука, играй. Опять будет рассинхрон. Будет скам на 5 секунд. Похоже. Ни дня без скама. Плюс рейндж. The donation son of imp. The sun. Ой, вижу секретку. Тирсдаун. Опять энергия. Опять энергия. Но не, я телепорт не могу оставлять. Жду тирейд все еще. Я, конечно, нашел смурок, но этого мало. То все же маловато будет. Бля, золотая бомба, я так хочу найти вторую скелетатель. Кринж. Нам все же дали золотую бомбу. А кстати, она здесь, наверное. Найс. Это не поломанная скелетка, но тоже нормально. Как раз full health. Как раз оно. Нормально. Особо не сказалось. Так, у паука течка. А давайте наорем на паука. Кстати, что я делаю? Я ж могу наорать на паука. О. Я думаю, я даже возьму все здесь, потому что все равно это оправдается. Все равно. Да ты вы заебали, сколько можем это давать? Сколько можно мне эту хуйню давать? Так, оставь. Жри. Сейчас мы тебя, мальчик, накормим. Уедешь просто. Сейчас столько у тебя еды будет. Просто ёбнешься. Ты тоже ешь. Ты человек. Ешь, говорю. Молодец. Жри. На. Это тоже ешь. И это ешь. Это все тебе, друг. It's like she's fucking five. Спасибо за 100 рублей на нем. Так, ты еще голодный, мальчик. У меня еще, возможно, есть. Добав очка есть. А тут мало всего. Всего 4. Ладно. Ну, один хер больше full health. Так что, мне кажется, нормально. Вроде нормально получилось. Телепорт есть, full health есть, инкуб есть. Все, и вроде есть. Привет, Абаджис. Скилл. Лоу. Тест, меня упало, да? Опять энергия, господи, опять энергия. Офигеть, сколько падает энергии много. Здорово, Сандеру.
Раннер или энергичный. О. Я не хочу фаермайнд, наверное. Хотя, блин, там ролл есть. С роллом я не хочу фаермайнд. Я хочу найти, как томайтом вызывать больше. Хотя бы на один больше. Видимо, никак, да? Даже магаза нет. Деньги есть. Ладно, давайте просто паролем. Да я знаю рисок, просто хотел там еще айтем сделать, попробовать. Если было бы чем его делать. Но его нечем делать. Вообще ничего нет. Ладно, пофиг. Давайте ролить. Слишком скучно. Фаермайнд. Мешок. Блять. Подождите. Тогда возможно. Только надо, чтобы было много дропов. Это смешно. Это очень смешно. Так, мы больше ничего не подбираем до конца этого этажа. Мы больше ничего не подбираем до конца этого этажа. Мешок, ага. Я даже готов, наверное, здесь потыкаться, я думаю. Ах ты ж мразь, ты ж меня воруешь дропы. Ну и ладно. Пусть с тобой воруй. Золотой, кстати, да, это правда. Не знаю, я подумаю, надо мне это или нет. Может быть и надо. Страшно. Ну-ка. Так, я думаю, себе вот так возьму хп. Остальное можно оставить. Это, кстати, правда. Может быть, реально стоит забрать... А он золотой работает, его версия золотая? Может быть и работает. А помните, формула уже не актуальна, а там они уже переделали все опять. Там раньше было за 6, по-моему, синих, вернее, за 8 синих был нож. За 8 синих, но это, по-моему, уже убрали, блять, я подобрал хп. Подобрал монетку. Но, по-моему, такой формулы уже нет. Или есть, она дает что-то другое уже, наверное. Типа раньше все ножи делали за 8 синих. 100 лет назад. Ёпта, мать. Да хватит воровать. Ворон. Ой, ворюга. Ой, ворюга. Берет и ворует все. Кстати, возможно, будет ангел. Так, телепорт есть. Наорать. Наорали. Сделки нету. Ну ладно. Нихуя нет. Печальный этаж. Печальный этаж. Но я соберу, возможно, айтема 2. Возможно, если повезет. Давайте смотреть, что можно собрать. Сколько мне хватит... Может быть три? Может быть три. Айтема соберу. Так, 5, 6, 7. Ебучие шипы. 8. Руби. Вот возьму и не врублю. Будем в тишине играть, как на ютубе. Не мой глухой стрик. Чисто вайбинг. Блядские шипы. Вопрос по игре можно? Я даже не знаю. Ну, можешь попробовать. Я украл быстрее него. Ура. Блоди гусь. Неплохо, но мне кажется, не стоит того все равно. По-моему, пикапов уже не хватит. Хотя... Может, хватит. Нет! Он украл быстрее меня. Ладно. Похуй. Заберу карту. А! Он опять своровал быстрее меня.
Он дал таблетку. Сука, но я уже не пойду туда. Я уже не хочу. Все, неважно. Еще айтем есть, все нормально. Это уже 4 айтема на ролл. Это я забираю. И ролим. Ебой. При выборе игрока, когда нажимаешь Е, появляются альтернативные персонажи. У меня только мэги открыты, как другие открыть? Других открыть надо, как открывал мэги. Ты же как-то ее открыл. Ну так же вот оно и открывается, все остальное надо типа пойти на зверя и иметь в руках поломанный ключ. И перед румой, где кроватка дома, нужно открыть комнату специальную. То есть там суть одна и та же. Ты же это делал, получается. Как это не знаешь? Видимо, как-то это странно у тебя получилось. Как-то так и открыл, даже не знаю как. Это и вправду удивительно. Потому что там они все открываются одинаково, одним способом. Ну, проще на Википедии посмотреть. Наверное, понятнее будет. Бля, лакрифажина. Наверное, стоит того. Ну жестко, это прикольно, что мы нашли и Holy Light, и лезвие, по сути, на эту тринку. Это довольно удачно получилось. А есть что ролить? Возможно, нет. Так, тут если будет магаз, я уже гридов всех видел. Тут точно будет магазин. Ну да, кассет позабыл давно уже. Смотрю, еще нашли еще два этому. А чем я с рейнджом? Почему они так быстро разваливаются? У меня же вроде рейндж не такой маленький. Это очень маленький разлет слез. Рефажены. Вот довольно большой рейндж. Да, ресток надо флеш, это ломк. На ласте. Или на душе ласта. Или просто в зеркале. Намбон, ну типа намбон, у меня 10 рейндж. У меня 10,8 рейндж. Это вроде много. Типа вроде немало вроде. Или типа намбон, может, все равно это ломает лакрифажу, но делает ее короткострельной. Непонятно, что за мемы. Что за мемы, непонятно. Performance. И вам привет. Говноребусы, до свидания. Я думаю, что да, что возможно просто number one ломает лакрифажину. Как-то особенно. Потому что я не верю, что такой рейндж должен быть короткий. Это странно звучит, странно, но типа возможно так работает. А чё я не порол, кстати, купон? Ладно, что-нибудь другое, может, паролем. Паролем мамин айтем. В кроватке. Вернее, у кроватки. Да, там можно паролить. Ба! Застреваю, господи, полета нет. Грустно без полета. Тут уже забрал все. А, да, у меня импресс, это правда. Не паролем, наверное. Импресс хорошая карта. Не хочу импресс оставлять. Очевидно. Слишком большая потеря. Ты можешь быстрее летать, алё? Капец, ты медленный. Спасибо. Найс, даже хороший. Я что-то, может быть, оставлял где-то еще. Лол. Монетка заскамлена с такхедом. Обожаю. Монетка стала мешком внезапно. Внезапно. Куда?
Кстати, могу собрать еще конжоин в теории. Есть шанс. Вау. Золотой. Ага! Чё я говорил? Я же говорил, что могу собрать. Кайф. Просто кайф. Ешь. Да, ёпт. Погоди. Это павук. Да тут, по-моему, ничего не оставлял. Тут уже нечего ролить. Хотя в теории еще может быть лич какой-нибудь с ведра. Его можно поролить. Чисто по приколу. Можно поискать, попробовать. Ну, он тут брал. А, люк реально, уже по карте увидел. Главное, по карте вижу, а тут не вижу. У мами на этом. Я мать? Я не мать. Я могу паролить. Я могу паролить. Вот сейчас-то мы и паролим. Глазики. Звучит забавно. Звучит забавно, блин, на мой билд. Больше глазиков. Пусть будет. Ну, опять черный мешок. Что-то не везет на черном мешке в этом сиде. Это потому что я шедоу. Возможно. Но вряд ли. Ну, там, по-моему, очень маленький шанс, по-моему, на черный мешок. В среднем. Деньги. Боже. Тюки. Дамага в сатах схелится или дамага слезы. Вот. В чем разница? Или ты по то, что если, например, летит хулилайт вместе с лезвием, типа от этого может скелиться. Я думаю, он слезы скелится, скорее всего. Наверное, от того, что летит по факту сейчас твои слезы. Наверное, от того и скелится. Не тестил настолько. Кайф. Ща будем на догму орать. Тоже будет full house. Сейчас наорем на догму. Что наш охуеет, наверное. Еще глаз. О, я мать, наверное. Нет, опять не мать. Удивительно. Не особо. Кстати, опять, да? О, да! Гортань, походу, меняет цвет этой румы. Уже, по-моему, второй раз так у меня происходит. Забавно. Меняет этот цвет. Арр. Привет, мистер Смоки. 400 достижений. Где можно глянуть оставшиеся достижения? В стиме 4 достижения скрытных нельзя глянуть. Только в игре в статах. Там есть раздел статы, и там есть секреты. Там можно глянуть все, что осталось.
по Википедии можно сравнить. Ромором. Капец, конечно, дэмэдж летит. Уж бешеный, скилл перефашенный. Как же она игру просто уничтожает. Даже без пробоя. Ну реально рейндж ужасный. И скилл перефашенный. Без нее был бы рейндж нормальный, там 10-8 рейндж. Вроде должно было быть как-то побольше. Ладно. Сейчас наорем на зверищ. Даже мантию не сбил, удивительно. Думал, мантию собью все равно. Я вроде прямо по осколкам ехал. Пофиг. Пофиг. Просто пофиг. Красиво. 56. Фигем.